Наука. В индийском Бангалоре проведена нейрохирургическая операция. У пациента была удалена опухоль размером со сливу. Опухоль давила на нервное окончание, что в свою очередь отражалось на зрении. Новообразование удалили, хирурги провели малоинвазивное вмешательство. Область операционного поля была чуть меньше 10 сантиметров. Разрез был осуществлен в области брови пациента. Хирург отодвинул кожу, и расширитель был вставлен между глазным яблоком и головным мозгом. Как считают специалисты, предложившие такой способ хирургического вмешательства, он позволил избежать травмы и сохранить зрение. Малейшие неверные движения, и пациент мог бы получить тяжелейшее осложнение. Сегодня пациент поправляется, и бригада хирургов может подвести первые итоги. Мы смогли сохранить зрение пациенту, и это самое главное. Он уже был слеп на один глаз. Жизнь его самого и его семьи была очень трудной. В любом случае, я считаю, что риск был абсолютно оправдан. Разумеется, что пациенту предстоит еще длительный период лечения, сеансы лучевой и химиотерапии. В любом случае, врачи дают благоприятный прогноз. Прооперированный больной вернется к полноценной жизни в обозримом будущем.